Олег Марусев скончался на 77-м году жизни. Причина его смерти пока не называется. Печальную новость в социальных сетях сообщил друг и коллега артиста Станислав Садальский. Напомним, Олег Марусев проработал на телевидении более 30 лет. Он вел программы «С песней по жизни», «Концерт после концерта» и «Пойми меня». Также он снимался в кино. Артиста можно увидеть в сериалах «Марш Турецкого» и «Графиня де Монсоро».